Приглашение на трехступенчатую программу по инвестициям с подпиской на 2 года на готовые инвестиционные идеи. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финсоветник». В этом видео о нашей программе, которая стартует послезавтра, то есть уже в четверг вечером, в которую входит подписка на готовые инвестиционные идеи, то есть на рассылку, что лично я в портфеле покупаю и продаю. Это наши платные сервисы, поэтому если вас интересуют только бесплатные обзоры, то, пожалуйста, продолжайте смотреть наш YouTube-канал, надеюсь, что наши обзоры вам нравятся. А вот если вас интересует информация, что я в портфеле покупаю и продаю, то тогда эта программа вас, возможно, заинтересует. Вопрос первый, ключевой. Чем отличаются наши обзоры на YouTube-канале в сообществе ВКонтакте от сервиса инвестиционных идей? Ответ. В сервисе инвестиционных идей речь идет о рассылках, что я конкретно покупаю и продаю в портфеле в момент совершения операции. То есть на YouTube мы делаем обзор российских ценных бумаг, американских бумаг, еще по другим инвестиционным темам видео записываем, и там я могу в свободной форме сказать, что вот это у меня есть в портфеле, я верю, что это вырастет, или что это у меня нет, или что эти акции я по той или иной цене хочу купить. В сервисе InvestIDEA вы получаете рассылку с конкретными действиями. Ну вот, например, по акциям Alibaba на YouTube у нас было видео, где говорилось, что где-то в районе $220 я бы их прикупил, если они туда упадут. В сервисе InvestIDEA в момент, когда акции туда упали, была рассылка. Это вот рассылка дословно от 28 декабря для подписчиков. Внимание, я покупаю акции Alibaba, текущая цена $221.57. Затем, когда позиция была закрыта, была рассылка. Внимание, я продаю акции Alibaba, текущая цена $267.54. То есть здесь речь идет не просто об обзорах, а о конкретных действиях в портфеле. Что-то покупаю, рассылка, что-то продаю, рассылка. Рассылку можно получать ВКонтакте и в Телеграме, где вам удобнее, можно и там, и там. Второй важный момент. На сайте сервиса InvestIDEA, то есть сервис InvestIDEA это доступ к сайту плюс рассылка, да? На сайте сервиса InvestIDEA есть не только очень много аналитики. Чисто для примера, за прошлый год на сайте было опубликовано 600 заметок. 600 заметок за год. Здесь еще есть и таблицы InvestIDEA, то есть по сути, те позиции, которые сейчас удерживаются в портфеле. Например, российский рынок, таблица InvestIDEA по рынку РФ. Американский рынок, таблица InvestIDEA по рынку США. Рынок IPO, портфель IPO. И обозначены в том числе и цены, до которых мы планируем это держать. Цены, по которым я эти акции, например, докуплю, если вдруг они сначала упадут. Это все в табличном виде, помимо аналитики. Ну и плюс аналитику мы собираем самостоятельно. То есть, например, по российскому рынку у нас в систему вгружено более 2000 отчетов различных компаний с финансовым показателем. То есть у нас целая команда, где есть коллеги, которые, когда выходит какой-то отчет какой-то компании, да, загружают информацию, ну и затем у нас есть детализация и по отдельным компаниям, динамика их показателей, и по секторам, и по рынку в целом. То есть здесь можно в том числе и самостоятельно анализировать те или иные ценные бумаги или смотреть на наш анализ, который не просто, да, там что-то покупаем или продаем, но еще и подкрепление в виде обоснования какой-то отдельной заметки, где говорит, что вот покупаем такую-то компанию, потому что она самая там дешевая в секторе, самая интересная, или потому что там есть какой-то такой ажиотаж инвесторов вокруг, там по техническому анализу хороший момент для входа. Вот это сервис InvestIDEA. На сервис можно подписаться и просто без каких-то учебных курсов. Такая опция тоже есть, ссылочка будет под видео. Но мы советуем, особенно начинающим инвесторам, взять это вместе с программой по инвестициям. Почему? Потому что вот перед тем, как сесть за руль автомобиля, нужно изучить определенные там правила дорожного движения, как вести автомобиль. Даже если вы покупаете очень хороший, качественный автомобиль, то все-таки нужно ПДД изучить. И вот как раз курсы по инвестированию, да, наша трехступенчатая программа, это те самые правила дорожного или правила инвестиционного движения. В итоге это все идет в одном комплекте, и есть форматы, когда можно взять 3 ступени с подпиской на 2 года на InvestIDEA, это будет 18 400, можно взять только первую ступень с подпиской на год, это будет 9 800. Кстати, обратите внимание, что подписка на год на InvestIDEA без курсов 8 800, подписка на год с первой ступенью 9 800, то есть 7 вебинаров идут всего лишь за плюс 1000 рублей. Мы специально стимулируем наших клиентов и вот такие те самые ПДД изучить, потому что в наших интересах, чтобы вы, как говорится, ни во что не врезались, изучили ПДД, ну и потом нам написали отзыв, воспользовавшись нашим сервисом, там через год, через два, как сделали уже несколько десятков клиентов.
Итак, что входит в программу? Да, про сервис InvestIDEA поговорили, там идея рынок РФ, рынок США, рынок IPO, там есть акции, там есть, бывают идеи по ETF, есть подборки облигаций и так далее. В учебную программу, где первый вебинар как раз стартует в четверг вечером, входят три ступени. Каждая ступень – это 7 полноценных вебинаров. Длительность каждого вебинара около 2 часов, они проводятся в онлайне, то есть мы не делаем видеокурсы, где там нет какой-то обратной связи, вы смотрите просто видео, да, и непонятно, если вопрос возник посреди видео там двухчасового, что тогда делать? У нас вебинары, мы каждые 15-20 минут делаем паузы, собираем вопросы слушателей, отвечаем на них, у нас есть практические упражнения, вы их делаете, мы их разбираем там на следующем вебинаре, и вы получаете обратную связь и тоже вот получаете навыки, что тоже очень важно. Ну а дальше вы уже сами решаете, вы будете инвестировать по своим приобретениям, навыкам, собственные идеи искать, наши идеи, или будете совмещать. У нас есть примеры клиентов, которые делают по-разному, в том числе и сами что-то ищут, и нашими идеями пользуются. Значит, 3 ступени по 7 вебинаров. Что туда входит? Первая ступень — базовые основы инвестирования. Здесь мы обсудим инструменты инвестора, основные понятия, как выбрать брокер, будут советы по брокерам в зависимости от суммы денег, в зависимости от того, что для вас приоритет, например, удобство или надежность. И здесь ключевым вебинаром является вебинар номер 6, где мы с вами вместе составляем портфель на основе тех котировок, которые будут на момент этого вебинара, то есть применяем полученные знания. Обратите внимание, у нас первая ступень, это формально она называется базовые основы инвестирования, но мы портфель уже на первой ступени формируем полноценный, где есть и акции, и облигации, и ETF-ки, то есть мы там формируем, да, портфель из абсолютно разных инструментов. И вот это у нас уже базовый уровень. Затем идет продвинутый анализ ценных бумаг, вторая ступень, где мы уже говорим про разные методики оценки ценных бумаг с разных позиций. Ну, например, сектор там горно-металлургический российского рынка или нефтегазовый, с одних коэффициентов смотреть надо. IT-сектор американского рынка с других коэффициентов смотреть надо. Коэффициенты, которые для российского рынка будут выглядеть завышенными, для американского могут быть вполне нормальными. Почему так? Какая математика за этим стоит? Мы с вами это все обсудим тоже на трехступенчатой программе. Вот этот материал у нас из второй ступени. Ну и, наконец, третья ступень – это инвестиции в IPO, инвестиции в частные компании и использование фьючерсов в портфеле. Ну, здесь обсуждаем такие продвинутые инвестиционные инструменты. Там средняя доходность IPO вообще космическая. У нас там статистика за 3 года есть, и там просто космос, там даже вслух некоторые числа неприлично говорить. В том числе еще и фьючерсы с вами обсудим, инвестиции в частные компании. Может быть, кому-то будет это интересно. В итоге получается 3 блока по 7 онлайн-вебинаров с подпиской на 2 года на InvestIDEA за 18 400. Что еще могу сказать про вебинары? Да, вебинары проводятся в онлайне, при этом все вебинары записываются, записи будут доступны. То есть, например, опоздали на вебинар, пропустили, пересмотреть захотели там завтра или через, например, там полгода, будет доступ, то есть можно смотреть. Или, например, если вам неудобно в онлайне смотреть, можно и записи смотреть, то есть это тоже вполне нормально. Статистика InvestIDEA у нас тоже есть, вот за последние 2 года процент прибыльных был 86% по нашим подсчетам, всего идей за 2 года было 150, и, собственно, это с учетом того, что 2020 год, сами понимаете, был годом очень неспокойным, то есть, да, мы прошли через там одно из крупнейших снижений рынков за последние там примерно 10-15 лет, да, с 2008 года, по сути, несмотря на это, все равно, на мой взгляд, показатели весьма солидны. Подчеркну, не все 100% идей у нас отрабатывают в плюс, но подавляющее большинство отрабатывают в плюс. Разумеется, если вы там не вкладываете все деньги в одни бумаги, а раскладываете по нескольким, то очень высокие шансы, что все в этом случае будет хорошо. Итак, 2 формата записи, 3 ступени с подпиской на 2 года 18 400, только первая ступень 7 вебинаров с подпиской на год 9 800. Ну, если просто без курсов InvestIDEA интересует, тоже будет ссылочка, где можно подписаться. Буду рад видеть вас среди наших клиентов. И да, обратите внимание, что у нас есть еще и результаты клиентов, отзывы клиентов. При этом тоже, да, вот спрашивают, как проверить, что это реальные люди. Мы стараемся здесь везде прикреплять, разумеется, согласие клиентов, ссылочки на авторов отзывов, то есть можно
можно там случайным образом выбрать несколько человек, написать им, спросить, точно ли они наши клиенты, точно ли это их отзыв. Да, проверяйте сколько хотите, без проблем, мы всегда только рады, потому что мы только текст от наших клиентов публикуем, который они нам присылают, да, везде копипастим, даже если там какие-то есть там пунктуационные ошибки, что-то что, вот дословно, да, и ссылочки вставляем, то есть все можно легко проверить. Большое спасибо за внимание, буду рад видеть вас в числе наших клиентов, среди наших клиентов, и особенно рад, если вы нам еще и с нами будете инвестировать, заработаете и тоже нам отзыв напишите. Большое спасибо за внимание.